Боксеры готовы, ждут. Эта пауза может им даже немножко и помешает, потому что уже прошли разогрев, прошли разминку, перчатки, все необходимые процедуры уже позади. А выход на ринг немножко затягивается. Но таков сценарий организаторов, тут ничего не пропишешь. Болельщики распевают уже свои кричалки, боевые песни. Непонятно только, чьи это болельщики, Чигаева или Пионетты. Ну, я подозреваю, что вот такая пауза связана с тем, что этот же бой транслируется на многие страны. И, ну, вот все, собственно, начинается. Значит, везде, в тех странах, которые принимают трансляцию, настало время бокса и боя Чагаев-Пионетта. Стивен Корбо вызывает боксеров. Претендент выходит первым. He's the one who wants to follow the legendary Max Schmeling as the next German heavyweight champion of the world. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, from Gelsenkirchen in Deutschland, here is Francesco Pianetta. Итак, смотрим выход Франческо Пианетты. Итальянский тяжеловес. 33 боя за плечами. Смотрим фрагменты его поединков. 31 победа, 17 нокаутом. Высокий боксер, 196 сантиметров, мощный. Атлетичный очень. Мы его знаем прекрасно, поскольку Франческо Пианетта встречался с Владимиром Кличко. Это было позапрошлом году, 4 мая. Пытался уже он один раз завоевать титул чемпиона мира, выйдя на самого Кличко, но проиграл тогда техническим нокаутом в 6-м раунде. Не получилось супер чемпионом. Сейчас попытается это сделать с регулярным чемпионом. Причем тогда, в том бою, в 2013 году, когда Пианетта встречался с Владимиром Кличко, на кону стояли все пояса чемпиона. Вот он в ринге уже, Франческо Пианетта. Прошу любить и жаловать. Последний бой провел уже довольно давно, 6 декабря прошлого года. Выиграл Уйвицы Бакурина, выиграл по очкам в 12-раундовом бою. Это был титул за звание чемпиона Европы по версии Всемирной боксерской организации. Ну а теперь вот попытка отобрать уже более значимый, более весомый пояс. И обладатель этого пояса, Руслан Чагаев, вызывается в ринг. Вот он, белый Тайсон. Скоро исполнится уже 37 лет. 18 лет на профессиональном ринге. Руслан Чагаев дважды был чемпионом мира среди любителей. В 97-м и в 2001 году. Причем в 97-м году он выступал тогда в первом тяжелом весе.
Ему было всего 19 лет, и он завоевал этот почетный титул, причем победил легенду кубинского бокса того времени, да и вообще, конца 20 века Феликса Савона. Это было сверхсенсацией признано. Но, правда, в том же 97 году он успел, так вот, неожиданно для всех, незадолго до чемпионата мира, провести два профессиональных боя. И уже после того, как ему была вручена золотая медаль, он был объявлен чемпионом мира, вот за то нарушение любительской этики боксерской, золотая медаль у него была отобрана. Ну, потом, значит, он вернулся снова в любители. В 2001 году уже в супертяжелом весе снова стал чемпионом мира. В 99-м, правда, он Феликсу Савону проиграл своеобразный реванш. Но уже в супертяжелом весе в 2001 году завоевал второй раз титул чемпиона мира среди любителей. Участник Олимпийских игр. И после того, как стал чемпионом мира в Белфасте в 2001 году, в скорости сразу ушел в профессионалы. Заключил контракт с немецкой компанией Universum и очень здорово сходу заявил о себе. Пришли победы, пришли хорошие бои, о нем заговорили, о нем узнали. И его карьера развивалась просто блестяще. В 2006 году... Ladies and gentlemen, this is it. This is our feature bout of the evening. Итак, прозвучали гимны. Франческо Пианетто, итальянец, но живет в Германии, тренируется в Германии и выступает уже, как вы поняли, под германским флагом. Но Руслан Чигаев все-таки является до сих пор еще не собирается менять гражданство, он гражданин Узбекистана, поэтому, соответственно, пришел на этот бой под флагом именно своей родины. For this championship bout. From Belgium is Philippe Verbeek. Огромный зал Венесуэла, Магдебурга, заполнен до отказа. Начинается бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации WBA. Руслан Чигаев, который сейчас на ваших экранах, будет защищать этот пояс, который выиграл в прошлом году в бою против американца Фреса Акенда. Ну а, соответственно, Франческо Пианетто, итальянский боксер, который проживает и тренируется, и уже, как я понял, принял гражданство Германии, будет пытаться отобрать этот почетный трофей у Руслана Чигаева. Нас знакомят с цифрами, с количеством боев, с количеством побед, поражений этих боксеров. Итак, у Чигаева 33 победы, 2 поражения, 1 досрочная, 1 ничья. У его соперника 31 победа, 1 поражение, также досрочное, и также 1 ничья. Цифры, видите, практически одинаковые, но цифры лукавые, потому что те бои и те соперники, с которыми встречался Руслан Чигаев,
на своем пути, когда он уже становился чемпионом мира, когда он терял этот пояс, когда он снова стал чемпионом мира. Конечно, не по классу, по уровню, по известности несопоставимы с тем, с той позицией, которую встречал на своем пути Франческо Пинеда. У него, в общем-то, кроме Альберта Сосновского, до встречи с Владимиром Кличко, супер-боксеров, супер-тяжелой весовой категории не было. И вот в 2013 году он получил право на бой с Владимиром Кличко, когда на кону стояли все три пояса украинского чемпиона, но проиграл техническим нокаутом в шестом раунде. Руслан Чигаев. В 2006 году он стал претендентом на бой за звание чемпиона мира, победив известного американского тяжеловеса Джона Руиса. Спустя год вышел на бой против Николая Валуева, российского супертяжеловеса, владевшего на тот момент поясом чемпиона мира. Руслан Чигаев смог у него выиграть. Таким образом, стал чемпионом, несколько раз защитил его, и в 2009 году, так же, как и его сегодняшний соперник, вышел на Владимира Кличко. Но проиграл, опять-таки, техническим нокаутом, ввиду отказа от продолжения боя в 9-м раунде. После этого Руслан Чигаев встретился в хорошем знакомом бою, известном. И вы помните тот поединок? Встретился в 2011 году с Александром Поветкиным. Это был очень интересный, очень напряженный бой. И по очкам тогда российский тяжеловес сумел победить Руслана. После этого вот были неурядицы с компанией промоутерской. Руслан остался как бы таким беспризорным. Он долго не мог найти себя. Проводил бои, конечно, но все они были с соперниками гораздо-гораздо ниже класса. И вот в прошлом году, когда он, в общем-то, встал под крыло промоутерской компании «Ахмат Бокс Промоушен», Грозным сумел снова вернуть себе титул чемпиона мира, который сегодня защищает. Руслан проигрывает в росте сопернику больше 10 сантиметров, поэтому, как вы сами понимаете, ему нужна дистанция, подойти поближе, подойти желательно с ударом, ну и дальше уже разбираться на коронном для себя расстоянии. Интересный бой еще тем, что встречаются два боксера-левши. И в первом же раунде наносит сокрушительный удар Руслан. Соперник в нокдауне, но поднимается. Ну, Пианетта грамотно все сделал. Максимально провел время вот так на стиле ринга. Отдышался, если так можно сказать. И не очень-то потрясен, продолжает этот бой. Но Руслан Чигаев настроен очень решительно. Вы помните, сколько досрочных побед уже было в сегодняшнем вечере? Ну что, эта славная традиция будет продолжена? Джебом пытается все-таки держать на расстоянии Руслана Франческо Пианетта. Это ему в какой-то мере удается. Пока. Руслан идет вперед, бросает боковой удар через руку, такой довольно опасный. И снова входит. Вот так вот раскачиваясь. И соперник снова повержен. Руслан здорово вышел на свою ударную дистанцию. Ну что, поднимется Пианетта? Бой будет остановлен. Все. Нокаут в первом раунде, друзья. Ну кто этого ожидал? Я лично не ожидал. Думаю, даже сам Руслан не ожидал такой яркой, такой стремительной победы. Разочарован Пианетта. Он здорово готовился. Посмотрите, действительно, это очень тяжелый нокаут. Он пытался встать, до этого был
не менее серьезный нокдаун, пытался подняться. На счет 10 практически он распрямился, но бой уже был к тому времени остановлен. Вы знаете, очень яркая, очень мощная победа. Первая защита пояса Русланом Чагаевым здесь, на немецком ринге, где он много раз одерживал огромное количество побед. Теперь под флагом новой промоутерской компании Ahmad Box Promotion он одержал вот эту свою очень яркую и убедительнейшую победу. Разочарован, повержен Пионет. Он никак не может понять, что же с ним произошло, когда была допущена эта ошибка. Но вы видели, как агрессивно начал поединок Чагаев, как он был настроен и как вот этот его план на бой удался. Причем очень быстро, в первом раунде. Все поздравляют чемпиона. Смотрим еще раз повтор. Сокрушительный удар сильнейшей левой рукой. Пионета рухнул на расстилринге. Первый удар, второй, уже туда ближе в область виска. Это первый нокдаун, когда Пионета долго вот так отстоял до счета 8 на коленях, потом поднялся. Но в скором времени атака Чагаева была повторена. Баркал, блядь, я люблю тебя, блядь, Баркал. И на этот раз Пионетто уже не смог подняться до счета 10. Вернее, он поднялся, но уже было поздно. Очень яркая, очень неожиданная, прямо скажу, победа. Несмотря на то, что мы знаем прекрасно, какой хороший боксер Руслан Чагаев, какая у него огромная и славная карьера за плечами, но вот такое своеобразное возрождение мы наблюдаем. Спустя несколько лет Руслан Чагаев вернулся в элиту мирового профессионального бокса, в элиту тяжелого веса. Артур Григорян, который секундировать должен был его сегодня в этом бою, даже не успел сделать свою работу. Артур Григорян, который сам много раз становился чемпионом мира, готовил Чагаева сегодня, конечно, к этому бою. Ну и вот расстроенный Франческо Пионетто. Очень быстрая победа. Действительно, белый Тайсон, не правда ли? Подтверждает вот это свое прозвище. Ну, да, в общем-то, хорошо, что Пионетто поднялся, пришел в себя после нокдауна и нокаута. Ну, может быть, будет объявлен технический нокаут. Это мы сейчас с вами узнаем, но это не суть важно. И главное, что большого ущерба здоровья он не потерпел. Второе поражение в карьере и второе досрочное. Первый раз от Владимира Кличко. И вот спустя 2 года от Руслана Чагаева. Да, есть чему огорчаться. Есть от чего даже прийти в отчаяние. Может, он и не рассчитывал 100% на победу. Но вот на такое поражение, конечно, этого он не ожидал. Мануэль Чар, который также живет и тренируется в Германии, который на контракте в российской компании «Мирбокса», подошел, успокаивает Франческо Пионетто.
а тот никак не может в себя прийти. Буквально рыдания разрывают его. Честолюбивый боксер. Да, обидно, когда проделана большая работа, большая подготовка. Изнурительные тренировки, тяжелые спарринги. И все вот так быстро, моментально было закончено. Драма. Человеческая спортивная драма, которая вот произошла на ваших глазах, уважаемые телезрители. Ну что, сейчас будет объявлен официальный вердикт. Пояс чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации останется у Руслана Чагаева, пояс регулярного чемпиона. Ну не надо расстраиваться, бывают такие случаи. Не видел удара первый раз, пропустил очень мощных два попадания. Ну и хорошенько не сумел восстановиться, времени было мало. Чагаев развил свой успех. 30 лет, еще есть время для реванша, еще есть время для роста. Главное, надо работать, верить в себя, и успехи придут. Ну вот, все известные чемпионы приходят, успокаивают Франческо Пианетта, Ферат Арслан и прочие известные люди в мире бокса. Рефери оценивает этот удар, второй удар. Сначала в челюсть, потом в висок, который провел Руслан Чагаев, после которого, в общем-то, и была решена судьба этого поединка. Да, шоу нокаутов сегодня было, друзья, в нашей трансляции. Ну, с чем связана такая большая пауза, честно говоря, не могу вам объяснить. Продолжается такая терапия своеобразная. Успокаивают Пианетту. Руслан Чагаев облачается в свою майку. Такая своеобразная черкеска. Ну, вот Артур Григорян рядом с ним. Который тоже родом из Узбекистана, как и Руслан Чагаев, который приехал сюда, в Германию, на протяжении долгих лет оставался чемпионом мира, защищая раз за разом вот здесь, на немецких рингах, свой пояс. Потом остался в компании Universum, стал тренировать. И до сих пор продолжает оставаться в боксе. Ну что, где там Стивен Корбо, который объявит нам официально результат этого боя?
Сколько же утешительных слов было сказано на ухо Франческо Пианетта. Ну, надо собраться, собраться. Надо быть мужественным человеком. Каждую неудачу принимать как преддверие следующих побед. Снова его слова утешения, а в глазах у Пианетты мировая тоска. Ну вот майка, которая, видите, на спине написано «Чеченская республика». Руслан отдает должное своей новой промоутерской компании. Действительно, все у него получилось здорово. Как он связал свою судьбу с Чеченской республикой, с этой промоутерской компанией, с республикой, где бокс становится ведущим видом спорта. Где президент республики является президентом Федерации бокса. Это дорогого стоит. Смотрим повтор. Пытался войти в клинч Пианетта, ничего у него не получилось. Эти боковые удары. Левая рука очень сильная у Чигаева. Ну и вот, после того, как на счет 9 все-таки, если я не ошибаюсь, Пианетта сумел встать кое-как на ноги, рефери этот бой остановил. Ну что, микрофон уже у Стивена Корбо. Давайте послушаем. Ladies and gentlemen, no need to go to the judges' scorecards on this one. The end comes at 2 minutes and 57 seconds of the first round. Your winner by way of knockout. 2 минуты 57 секунд. Представляете, за 3 секунды до конца первого раунда. Heavyweight champion of the world. Победу нокаутом и остается чемпионом мира. По версии WBA. В супертяжелом весе Руслан Чигаев.